Жители Чувашии рассчитывают найти лучшую работу в другом регионе. Безработица в Чувашии заставляет людей работать неофициально. Такие заголовки вчера появились в ряде интернет-изданий. И приводят цифры. 40% официально безработных по информации Федерального агентства по трудоустройству. Откуда такие странные данные и как действительно обстоят дела на республиканском рынке труда, рассказал глава ведомства Сергей Димитриев. Про структуры, которые ссылаются наши уважаемые интернет-издания, не слышали ни мы в Чувашии, ни Министерство труда Российской Федерации, ни Федеральной службе по труду и занятости. В республике на сегодняшний день численность трудоспособного населения от 15 до 72 лет за январь-февраль текущего года составила порядка 627 тысяч человек. Из них около 600 тысяч человек у нас полностью классифицируются как экономически активные и как работающее население. По последним данным, уровень общей безработицы в республике за январь 2017 года составил 4,7% или около 30 тысяч человек. По уровню регистрируемой безработицы Чувашия находится на четвертом месте в ПФО – 5 тысяч. В этом году профильное ведомство планирует трудоустроить около 42 тысяч человек. 1766 организаций предоставили нам информацию, то, что у них есть вакансии более чем на 15 тысяч рабочих и служащих. Необходимо прокомментировать, что средняя зарплата составляет 17 700 рублей. Говорит о том, что в республике на сегодняшний день не хватает рабочих мест, по меньшей мере это некорректно. Наиболее востребованные вакансии – водители, швеи, врачи, каменщики, сварщики. Всю необходимую информацию о состоянии республиканского рынка труда можно найти на портале «Работа в России». Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика.